Итак, у меня осталось мало бензина. У меня активирован режим эко. Режим эко. Едем, грубо говоря, как сказать, в режиме атмосферного мотора, получается, что чуть-чуть не так, машина сразу же, вот я сдаю газу, что она еще работает на газу, и сразу же роняет обороты. Хотя, не, 2500 крутит. Вон, листик у меня вылез, что я в режиме эко. И буковка Е появилась. Или она была? Охренеть, видите? Чуть-чуть, он сразу идет накатом. Сразу вот, я отпустил педаль, сразу все уронил. До этого держало. Режим эко. Ну, конечно, отключить обычный режим. А, ну да, вон D появилось. И вот я, например, смотрите, вот я еду, отпускаю педаль. Держит обороты. Врубаю режим эко. Все, эко. Девочка хочет, чтобы ее задавили. Или женщина, я не знаю. Старт-стоп отключаешь, она его принудительно сама включает. Вот, еду, отпускаю педаль. Видите, сразу же обороты упали. Вот что такое режим эко. По сути, он нахрен не нужен. Это режим эко. Гандош, не машину. Обычный режим включаю. Выключаю. Да блин, старт-стоп выключаю и поехал все спокойно дальше. Но я видел на форумах, там пишут, я в режиме эко там катаюсь, сделал рекорд. Да блин, я не знаю, зачем ты покупал эту машину-то? Чтобы рекорды, блин, как сказать, по расходу топлива ставить. Кто меньше, тот круче. Кто меньше делает расход топлива, тот баран в квадрате. Вы засираете свои свечи, гандошите свою систему всего автомобиля. Может, там стартер, все остальное. Это старт-стоп система все время включается. Все время идет в натяг. Нахрен это нужно? Ребята, нету денег на бензин. Катайся на велосипеде, ёпты. Все, видите, на обычный режим. Обычный драйв. Он отпустил педальку, она еще, видите, держит обороты. Не роняет их в холостые. Не в холостых даже, а там 800 оборотов роняет их. Ребята, правильно пользуйтесь автомобилем. А я поехал постригаться. Старый человек, подписка. К нам вернулось лето. До свидания.